Непогода не помеха для строительства нового многоквартирного дома. Ведь этого так ждут уссурийцы, которым пока приходится жить в условиях аварийности собственного уголка. Потому что именно в этой новостройке у них может появиться квартира благодаря администрации города. С рабочим визитом стройку посетил глава округа Евгений Корж. На возведение пятиэтажки на Новоникольском проезде отвели год. Работы начались осенью 2020-го. 5 этажей, 75 квартир, 50 однокомнатных, 15 двухкомнатных, 10 трехкомнатных. Общая площадь 4500 квадратных метров. По проекту у многоэтажки кирпично-монолитный каркас. Благоустроят и придомовую территорию. Здесь предусмотрена автомобильная парковка и детская площадка. А вот уже готовы 5 этажей другого дома на улице Арсеньева. Администрация города планирует выкупить квартиры и в этой новостройке. Тогда несколько тысяч квадратных метров заселят уссурийцы из аварийного жилья. Начали мы его в прошлом году в апреле. Планируем закончить в этом году в июле. В доме здесь 47 квартир. Квартиры будут сданы полностью с отделкой, то есть будет проведено электроснабжение, водоснабжение, будут установлены сантехнические приборы, то есть квартиры будут полностью сделаны с отделкой. На данный момент в доме на Арсеньева идет наружная кладка. Программа переселения из ветхого жилья в уссурийске разделена на несколько этапов. В 2021-м перешли ко второму. По плану необходимо построить 5000 квадратных метров. Однако администрация города рассчитывает сделать в два раза больше и быстрее. Застройщики готовы передать уже около 80 квартир. Если так получится, мы купим, то мы постараемся, конечно, сделать 10 тысяч. И последующий 2022-2023 год мы расселим еще по 15 тысяч каждый год. До конца года 105 уссурийских семей получат квартиры от государства в новостройках. План по программе переселения из ветхого жилья в нашем округе был изначально рассчитан до 2025-го. Но администрация округа совместными силами с подрядчиками предполагает завершить все этапы на год раньше. Для этого в общей сложности необходимо построить 40 тысяч квадратных метров. Виктория Калинина, Марина Роман, Николай Ларченко, Телемикс.